Приглянулась нашему клиенту женщина одна, но есть одна беда, картиночка она. А что же делать, как же быть, и где же тельце мне ее добыть? Кажись, видал я в интернете мастеров, которым это по плечу вот 100 пудов. Алло, Владимир, выручайте. Мечту мою в WhatsApp у себя встречайте. Хочу я женщину такую, чтобы программу для нее писать я мог любую. Достал смартфон, нажал на кнопку, и все носки без лишних слов сложили мне на полку. Одной рукой пивко, чтоб наливала, второй на стол покушать накрывала, чтоб нежно гладила по голове, пока рублюсь в компьютерной игре. А перед сном массаж кайфовый на все тельце и снежная песенка, как для младенца. Ах да, Владимир, и в объемах не скупиться, чтоб было там за что и ухватиться. А вы шалун, Андрей, однако, но мысли ваши мне понятны. Агния, как ручку ей точить устанешь, в груди немножечко добавишь.